Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять будет китайка и будут топовые акции, обзорчик. Ну и в конце, конечно, мы заролим немножко под Колю. Не хочу полностью ролить, потому что скоро обнова и придется все-таки выбивать нового героя. Самоцветов на это уходит очень много, как на основе, так и на китайке. Так, забираем акции. Вот такие вот у нас акции, пятые сеты. Шестая эмблема уже дается здесь. Ну и вспомогательные на ковку. Так, забираем. Что тут у нас такого интересного есть? Да, много всего, в принципе, интересного. Так, четвертый сетик. Оп. Гнев. Ну, такое себе. Так, надо этот пятый сет открыть. И этот пятый. Сегодня, помимо интересных акций, вот есть акция на яйца, акция на рулетка удачи и также коллекционер, где, в принципе, самое, что мне надо, это вот эти слизни за Варлока. Ну а дальше все остальное, честно говоря. 8 атлантов набить, ну это просто нереально. Так. Так. Поехали в первую. Разбиватель яиц. Вот такие сегодня тут плюшки. Тут, как видите, за первые, ну скажем так, самый первый приз, это идет огнекрыл. Самые топовые, также здесь и священный огонь, тоже очень хорошая плюшка, ну исцеление, в общем, кому как что надо. И некроса дают даже, вот так вот, здесь поярче намного, чем у нас. Так, у нас есть 40 попыток, вот слизни это хорошо, кулачки, питомцы, камешки не нужны нам, в принципе, кристаллы отлично. Еще слизни. Может, слизни хоть набью. Так. Камни для аугментации. Сумку дали. Ну, такое себе. По-моему, по 1000 кулаков дают. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, учитывая то, что мы забрали пак и получили дополнительную возможность бить. Это супер. Так. Коробочка пятая, отлично. И еще одну сумку дали. Ну, такое себе. Эти сумки, конечно, ни о чем. Так, слизни. Плохо, что повторяются одни и те же награды. Я имею в виду те, которые за 10-й сундучок у нас даются. Так. Камешки и асура. Ну, тоже неплохо. Так, я смотрю, нам не хватит одной попытки. Даже две, наверное. Да, одной попыточки не хватит. Давайте сейчас ее сразу доберем, чтобы потом уже не возвращаться. Так, окей, я забрал. Поехали пока во вторую. Ой, это не та акция. Рулеточка. Не понял. Это что, они дают попытки типа либо туда, либо туда? Жесть. Я бы лучше здесь сыграл. Это просто жесть. Вот так вот, ребята. Либо туда бегайте. Порочный пакт и священный огонь. Ну, это эпик файл. Лучше бы забрал два талантика, чем куча вот этого хлама.
Ну, хотя, в принципе, у меня и талантов и так хватает, но все равно. Так, окей. Смотрим, что тут у нас за награды еще были такие интересные. Ну, тут тоже, в принципе, ярко падает. Тут эмблемы уже дают шестые, ремка, священный огонь. Ну, у меня, в принципе, рун хватает. Можно сегодня перебиться и ждать обнову. Так, давайте добьем яйцо. Льдышка. Вот так вот. Ну, такое себе, честно говоря. Так, окей. Ну что, поехали. Самое интересное, это коллекционер. Сейчас попробуем хоть какого-то героя выбить, что у нас тут есть. Ну, Анубис, слизни. Поехали, посмотрим, как будет дропать. 450. Так, укротитель, малышник, друид. Гарпия. Да, вот это, конечно, таланты мы профукали. Я-то думал одно и второе сразу сейчас. Вот, типа, топчик-топчик, сразу две акции. Охренушки. Так, ну нужен варлок, по сути. Влад Дракула, Дрейк. Чем тут интересно роли, ты не знаешь, что это за герой падает, пока не высветится. Так, Снузила. Химка. Ну, что-то одни такие герои, такие себе. Три циклопа — это однозначно успех. Так. Заклинательница, укротитель. Блин, да что такое? Издеваются, короче, они. Да. Не видать, не видать нам сегодня призов, походу. Гарпия. Ну, что-то не то. Так, суккуб. Блин, 30к. Бигфут. Ничего себе. А варлока таки нету. Ладно, давайте до соточки. Так, фея, просто огонь, герои падают, Валентина, они-то, конечно, падают, но падает не то все, что нам надо. Еще друид, короче, решили просто обычными героями сегодня засыпать. Вау, Атланта, надо 8 собрать. Так, снова. Призрачный. Да, китайцы. Окей, так, смотрим, что там у нас вообще выпало на эту сумму. Так, суккуба забрали, третий сет, конечно, это огонь. Всего лишь 13. Жесть. Надо 100 тысяч сролить, чтобы, короче, забрать Арктику. Ну, это уже чуть-чуть перебор, я считаю. Короче, вот так вот, ребята. Мега топ у нас день сегодня на китайке. Давайте еще пооткрываем коробочки. Мне надо словить замедление для ведьмы на архидемона. Так, поехали.
Берс. Хотя карточки надо оставлять. Их лучше под акцию потом тратить. Так, тяжелый удар. Не нужен. Каменка. Не нужна. Стойкость. Нет. Тоже не нужна. Блин, да что такое? Где топ-таланты? Так, СЛУ не надо. Берс. Это жесть. Чувствую, сейчас будет как на основе у меня. Бег. Куча топовых талантов выпадает. Давайте на Анубисе попробуем. Вот, сразу баст упал. Баст мне некому ставить, по сути. Сейчас посмотрим, кто у нас тут есть такой из героев. Ну, давайте сюда баст поставим. Да. Просто, что не талант, то мега удача. Так, ожива. Ожива у нас, по-моему, Триант нуждается. Вторым талантиком. Он уже докачанный. Да. Так, отлично. Ну, я даже не знаю. Так. Как потратить 30 с хреном коробок? И нифига толком не вытащить. Ракушка не нужна. Просто жесть. Где топовые таланты все? Что за шанс такой? И стойкости, и бег падает. Блять, это жесть, ребят. Это называется копишь-копишь. Хренно копишь. О, наконец-то замедление нам упало. Так, наша ведьма. Грубую силу мы убираем. Она не нужна, по сути. Я ее не использую. Ну, точнее, я ее использовал, но... У нас герои собираются на архидемона. Так, есть. С этим мы разобрались. Ну, давайте еще добьем уже. Четверка. Так, ну что такое? Так, 10 коробочек осталось. Смертельный удар, фигня. О, наконец-то грубая сила у нас упала. Так, грубая сила. Так, 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 так. Эти все есть грубой. Неинтересно. Железная воля. Анубистаса есть. Некрос, каменка, бастион. На кого-то такого интересного поставить. Так, Ронину нету смысла ставить. Варлоку, в принципе, можно поменять ремку. Хотя, с другой стороны. Так, а где мой малышник? Дедушка. Можно на деда вместо БВшки поставить. Она не актуальна. Так, окей, поехали дальше. Смертельный. Жесть. Просто жесть, таланты падают. Ну, в общем, как и на основе. Так, еще один бастион. Так, бастион, бастион, бастион. Рибету мне интересно. Вот поставим ей вместо ремочки. Нафиг не нужна там ремка. Так, просвет. Ну, все, наверное, просвет я оставлю. Будем уже ролить нового героя, сразу ему тыкнем для прокачки. Вот так вот, ребят, вот такой вот контент с китайки на сегодня у нас был. Пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Всем удачи, всем пока.